берегов великой реки в городе Куйбышеве открылась художественная выставка «Большая Волга». В ней приняли участие художники 9 областей и 5 автономных республик Поволжья. «Волга у Жигулей» – пейзаж художника Филатова. Картина заслуженного деятеля искусств Чувашии Овчинникова «Здравствуй, земля». Работа куйбышевского художника Кныжова «Чапаев». В ряде произведений воссоздан образ Владимира Ильича Ленина. «Первый арест» – картина Исмаила Халилулова. Первую годовщину октября – полотно Алексея Варламова. На выставке «Большая Волга» представлено более 800 произведений.